Всем привет, с вами Серджио, это моя первая распаковка. Ко мне пришла большая посылка от Евгения из Тюмени, известного как Фан Камрад. Ссылка будет в описании. Сейчас покажу вам размер посылки. Вот такая вот посылка, даже видите, не влезает в кадр. Кто-то в нее, правда, уже стрелял, но очень надеюсь, что там все целое. Вот отдельно хотел бы отметить превосходную упаковку. Я просто очень волновался за свои фигурки, чтобы они дошли все в целости. Вот, попросил Евгения максимально хорошо все запаковать, но, как видите, все великолепно. Толстая пупырка. По бокам воздушные пакеты. Вот, то есть везде есть пространство, то есть если бы даже ударили коробку, все бы дошло все равно нормальному. Видите, даже выстрелы ничего не навредили коробке. Так что все отлично. Ладно, что ж, приступим к распаковке. В этом мне поможет мой ассистент. Всем привет. Это мой ассистент, который сегодня поможет мне в распаковке. Мой ассистент подает мне фигурки. Вот так вот они запакованы. Все фигурки запакованы именно вот так, в пупырку, друг к другу. Вот, я первую пару достану, распакую, а все остальные буду уже без пупырки доставать, ну, чтобы ее не шуршать. Итак, это пара. Как я выгляжу? Как фигурка с капота. Великолепный ракетчик. С нового SDCC 2021. Вот, стикер, к сожалению, обычный, Shared. Вот такое вот у него состояние, все отличное, все великолепно. В последнее время некоторые из вас были не в лучшей форме. Неадекватными, ненадежными, попросту небрежными. Не ты, Нуар, ты на высоте. Вот также черный Нуар. Тут повезло. Тут попался стикер Virtual Fancona, то есть самого шоу, который гораздо более редкий. Вот. Но я считаю, фигурка отличная, как и сериал. Вот. Мне кажется, каждому нужно иметь обязательно в коллекции. Состояние все отлично со всех сторон. Это фигурка Краглина из Стражи Галактики 2. Конвенция SDCC 2018, стикер обычный. Вот, привозился он специально под меня, по спецзаказу, вот, так как он мне нужен в коллекцию. Я думаю, он будет играть некую роль, хоть и второстепенную, но думаю, она будет важная в следующих фильмах. Вот, так что пусть будет. Вот следующая фигурка, это у нас все так же Marvel, Ник Фьюри из Collector Corps. Видите, который исчезающий Фьюри, когда он вызывает Капитан Марвел. Вот, ну, по Ник Фьюри, я считаю, это одна из лучших фигурок, вот, то, что он в своем таком классическом костюме, повязка, вот, ну, как ближе комиксом приближенный. Вот, то, что оригинальная старая фигурка как бы стоит достаточно дорого, там от $100. Я думаю, он не стоит того. Вот, состояние все отличное, все великолепно. О нет. А твою ж мать. Итак, следующие фигурки. Это у нас по WandaVision. Ну, сам Vision, эксклюзив Walmart, светящийся. Тоже очень неплохая фигурка. Вот, в коллекции у меня уже есть Vision Chase.
Vision обычный фиолетовый, который эксклюзив Hot Topic, который был. Вот такое состояние, все великолепно, все отлично. Вот такой вот красавец. Так, далее у нас идет Алла Ведьма. Эксклюзив Hot Topic. Вот такая вот красотка. Вот опять же все в протекторе. Состояние великолепное. Все отлично, никаких помятостей, разрывов, еще чего-то. Все отлично. Кто ты такая? Узнаешь. Итак, следующая фигурка у нас идет опять по Marvel. Прекрасная Ванда. Эксклюзив Пиап. Светящийся в темноте. Вот, все, состояние отличное. Вот, я считаю ее тоже как одна из лучших версий по сравнению с теми достаточно такими обычными версиями, которые были. Вот следующая фигурка — это у нас Патриот. Эксклюзив Фанко Шопа. Вот такой вот красавец. Считаю его лучшей версией всех по Патриоту. Он сделан великолепно. Наконец-то нету этих круглых глаз. То есть Фанко наконец-то смогли себя перебороть. И сделать не круглые глаза. Вот, жалко, что они так не сделали с последним Железным Человеком, который у нас с Дайкаст. Да, ну вот такой вот красавец. Состояние все великолепно. Следующая фигурка. Человек-паук. Студент, изучающий химию. Вот, на мой взгляд, это одна из лучших версий по Человеку-пауку. Вот, ну это мое личное мнение. Вот такой вот красавец, состояние отличное, привозил специально под меня, по спецзаказу. Вот, также напоминаю, что по нему есть реплика, я даже делал сравнение в видео в одном. Вот, ну реплика такая себе посредственная. Итак, вот, ну это, конечно же, оригинал. Я доктор Стивен Стрэндж, прошу следовать за мной. Следующая фигурка у нас доктор Стрэндж. Эксклюзив SDCC 2016, стикер обычный, Шерет. Вот, по нему, кстати, также есть реплика. Вот это, конечно, оригинал. Здесь все выполнено великолепно. Видите, вот Рона. Вот, цена по ППГ где-то там $80 уже. Вот, думаю, после фильма еще подскочит, так что у кого нет, обязательно приобретайте лучше сейчас, пока еще не поздно. Вот, на самом деле фигурка это не для меня, а для Никиты Ильина. Вот, просто у нас такой договор был. Скоро она пойдет к нему. Так что жди, Никит. Итак, далее у нас идет последняя фигурка по Marvel. Одна из самых желанных фигурок у многих. Многие так и не смогли ее достать, потому что цена, к сожалению, взлетела очень быстро и очень высоко. И это Локи. Локи с Тессерактом, эксклюзив Funko Shop. Вот, я очень благодарен Евгению, что он смог его приобрести по нормальной стартовой цене. Вот, мне очень повезло. Спасибо большое вам, Евгений. Вот такой вот красавец, состояние великолепное. Вот. Также напоминаю, что по нему есть реплика. Реплика, ну, достаточно неплохая. Вот, в скором времени я планирую сделать живое сравнение. Если все выгорит, то будет отлично. Следующая фигурка — это у нас Судья Дредд. Фигурка старая, редкая. Вот, досталась она мне по акции. У Евгения, да, бывает отличная акция. По-моему, там была акция в честь Дня Независимости, была хорошая скидка, по-моему, в размере 25%. Вот. И подумал, почему бы и нет. Он мне в коллекцию очень подходит. Вот, да, и мне очень нравится, видите, какие-то принты. То есть сделано все великолепно.
Смерть. Суд свершился. Так, следующая фигурка. Флэш. Вселенная DC. Эксклюзив Funko Shop. Светящийся в темноте. Вот, у него светятся все вот эти вот молнии, которые у него там вот сзади. Вот, свечение очень неплохое. Вот, по мне сделано очень неплохо. Одна из лучших версий данной фигурки. Вот. Состояние все великолепное. Вот такой вот красавец. Следующая фигурка у нас Darth Maul. Эксклюзив через Collectible. Вот, сделана она у нас по мультсериалу. Darth Maul с двумя мечами. Вот, достаточно неплохая версия его. Мне лично очень понравилось, поэтому решил взять. Состояние великолепное. Трансильванский рыцарь священного ордена дракона по имени Дракула. Следующая фигурка это у нас Влад Цепиш. Эксклюзив Funko Shop. Вот такой вот он в полной броне. Есть также версия, где он без шлема. По-моему, это серийка была. Вот также он еще звучит как Влад Колосожатель. Потому что он любил всех сажать на кол. Вот, состояние все отличное. Да, вот, кстати, сама фигурка без шлема. Вот, теперь попробуем угадать следующую фигурку. Так, следующая фигурка, вы никогда не угадаете, это граф Дракула. Чейз-версия. Бритва у него, видите, в крови. Это была такая легендарная сцена в этом фильме. Вот, фильм вообще великолепный, очень советую просмотр, хоть он и старый. Вот, там у нас играет молодой Киану Ривз. Кровь. Это самое ценное, что есть на свете. Вот, состояние великолепное. К моей коллекции чейзов очень подходит. Итак, в распаковке осталось последние две фигурки. Фигурки значимые для меня, для моей коллекции. Обошлись они мне достаточно дорого. Но фигурки, я считаю, отличные. Итак, первая это у нас Майк Арман Траут из сериала «Во все тяжкие». Сериал великолепный, очень советую просмотру всем. В сериале он был таким неким решалой. Решал все проблемы. Вот, знал, как решить почти любую проблему. Харизматичный актер. Мне он очень понравился, поэтому я решил, что в коллекции он обязательно должен быть. Вот. Такой вот красавец. Итак, следующая фигурка. Ты кто, блин, такой? Ты знаешь. Вы все знаете, кто я такой. Скажи мое имя. Чего? Я не... Я хрен его знает, как тебя зовут. Нет, ты знаешь, я Варщик. Ну? Скажи мое имя. Хайзенберг. Ты, сука, брат. И, конечно же, кристаллический Хайзенберг. Вот такой вот красавец. Стикер Шерет. Выполнен он, видите, в виде голубого метамфетамина, своего фирменного продукта. То есть Хайзенберг, который состоит из своего продукта. Вот, я считаю, очень неплохая задумка. Вот, по сравнению с теми же фигурками, которые последние выпустили по Marvel. Там, где радужные фигурки в виде камней бесконечности, который не имеет вообще никакого смысла. Вот здесь же действительно есть смысл.
Выбирал я его сам. Прислал Евгению ссылку, он мне его привез. Так что это вот окончание моей коллекции по «Во все тяжкие», я думаю. Вот такой вот красавец. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если понравилось, ставьте лайк. Если не хотите пропустить новые сравнения с репликами, обязательно подписывайтесь на мой канал Серджо Фанко Поп. Ссылка на продавца будет в описании. Продавец отличный, всем рекомендую. Всем удачи!